Привет, сегодня хотелось бы записать с вами видеообзор на такое приложение, как My Coloring Pages. Вот. Это приложение находится в категории развлечения в магазине Windows 8.1 Professional. Итак, нажимаем на него, смотрим, что же там. Разукрашка, видим то, что это скриншоты из этого приложения. Смотрим, да, как, что здесь можно делать, да. Видим всякие рисуночки, всякие картиночки. Вот. На английском языке, к сожалению, одна оценка, пятерка. И похожие приложения, приложения от этого автора. Нажимаем кнопку «Установить», посмотрим, как же разукрашивать можно с помощью этого приложения. Открываем его. Вот установилось наше приложение. Открываем. Смотрим. Играет музыка. Хотелось бы ее отключить как-то. Вот настройки. Отключаю, потому что она мне не нужна. Вот. Видим всяческие разукрашечки, да. Видим, что это бланк. Это просто пустой лист. Посмотрим всякие толстые, тоненькие кисточки здесь есть. Есть ли карандаши, тоже интересно знать. Наверное, нету, да, карандашей? А, вот здесь, вот то, что я сейчас выбирала, это цвета. Смотрите. Default for kids и pastels. Пастельные для детей. А вот это вот default, это что? Там что-то такое. Вот. Для детей там идет основные цвета радуги. Вот они всякие такие. В принципе. Тут и так все понятно. Возвращаемся назад. Не хотим мы сохранять. Вот, хотелось бы порисовать что-то и посмотреть, конечно, можно ли. Вот, открываем. Или она не откроется. Наверное, для того, чтобы открыть, все-таки нужно заплатить. Но нет, мы не будем платить. Видим то, что вот эта категория 12 там. Картинок, и вот это 10 картинок, они тут бесплатно, эти платные, вот тоже две категории бесплатные. Ну, мы вот мышку, например, выберем, коровку, вот коровку, замечательное такое животное. И выбираем, нам нужно, например, вот в такой цвет ее покрасим. Да, хотим потоньше там что-то. Что-то еще. А, вот еще дальше цвета есть. Вот, если вниз прокрутить, то есть еще цвета. Хотим еще, например, так вот толщить наш слой, да? Конечно, хотелось бы, знаете что, чтобы еще и ближе можно было делать. Ну, я пытаюсь колесиком и плюсиком, нет, не получается. Ладно, что еще хотелось бы здесь отметить, то, что можно распечатать. То есть я, например, сейчас хочу, где наша терочка, она вверху вроде была, да, вот, терочка. Сейчас выберем большую кисть. Вот. Если нам захочется распечатать, мы нажимаем правой клавишей, нажимаем print, и можем, например, распечатать на принтере и ребенку просто дать не на компьютере рисовать, а просто на, ну, на листочке. Тоже, думаю, очень хорошо. Вот. В принципе, такое приложение. Весьма интересное, я думаю.
по крайней мере для меня. Я бы с удовольствием бы так качала бы раскраски и спечатала бы их для своего ребенка. Вот. Все, всем хорошего дня. Подписывайтесь на наши обновления, ставьте пальчик вверх. До свидания, всего доброго.